Ребята, приветствую всех на своем канале, с вами Мангус, и мы продолжаем с вами играть в Planet Crafter. Ребята, я вот за кадром немножко достроил нашу базу, теперь она у меня вот так вот выглядит. Это она у меня выглядит отсюда. В ширину я ее тоже немножко увеличил. Вот так вот она у меня выглядит. И сейчас покажу вам, как она у меня выглядит сзади. Построил там шкафы, правда, я их не все достроил. Ну, по крайней мере, что-то немножко я сделал. Так, сюда мы заходим. Тут у меня сразу стоит крафтер. Вот тут шкафы, магний, титан, железо, кобальт. Еще шкаф с кремнием поставить. Наверное, вот тут вот я его также поставлю с краешку. Просто железо у меня закончилось уже. Не побежал я за ним, лень было. Тут вот надо будет еще эти ящики нам чуть-чуть разложить. Потом вот тут у меня, ребята, типа кухни, столовой, что-то такое, можно сказать. Тут у меня растут растения разные, кстати, можно их пособирать. Давайте их сразу соберем, пусть они по новой растут. Фасолинку, кабачок и грибок. Такс. Тут у меня семена находятся. Да, ну тут грибочки также буду складывать. Сейчас мы расшифруем еще микрочип, который я забрал с локации, где мы с вами корабль там в горах нашли. Я там походил немножко, этого суперсплава пособирал. Так, еда и вода. Еда и вода. Вот у меня шкафчик с едой и водой. Давайте это скинем все сюда пока что. Так. Ну это, если что, мы слопаем. Микрочип мы сейчас с вами изучим. Так вот у меня получилось. Тут все, стеклушки. Эти я еще печки не разбирал. Наша... Надо будет разобрать. Тут еще шкаф стоит у меня просто. Не знаю, как его обозначить. А, надо его назвать. Я не знаю. Цветы, что ли. Я их все пока сюда складываю. Вот это, ребята, я разберу. Нам доступен уже там другое. Там нам что-то там флоростенд Т3 стал доступен. Потом нам тут разбрасыватель травы можно будет поставить, посмотреть, что это такое. Нам доступен также коллектор атмосферной воды. Автоматически собирает воду из влажного окружающего воздуха. О, вот это то, что мне надо было. Это по-любому надо будет построить. Потом экстрактор руды я хочу поставить. Ну, надо будет найти осьми. Может, куда-нибудь сходим, попутешествуем. Потом, что еще тут мне стало доступно? Тут вроде ничего, это мы видели. Так, тут вроде также пока что ничего. Нам биокупол доступен, надо будет его поставить. И пусковая платформа. Вот эти два здания я по-любому хочу сегодня поставить. Также хочу поставить экстрактор руды. Но надо нам найти осьми. Не знаю, может сходить куда-нибудь в другую локацию. Поискать этот наш осьмий. Ну и можно вот эти, как вариант, два здания поставить. Кстати, ребята, там идет дождь на улице. Мы дошли до того момента, когда у нас начался идти дождь. Видите, в окошко мы смотрим. Все поливает. У нас уже дожди вовсю. Процесс терраформирования дошел. Вот, видите, как. На небе тучи и просто проливной дождь поливает. Это значит, скоро у нас начнут заполняться, наверное, наши озера. Вот тут, наверное, начнет наполняться уже потихонечку водичка появляться. И это все будет затапливаться. Так,
Кстати, пока мы на улице, давайте найду я лед, и надо сделать воды. Так, ну вот это я все разберу, пока разбирать не стал, потому что у меня и так мало энергии. Так, мне надо найти лед. Летать потихоньку учусь. Просто он не всегда с первого раза начинает лететь. Так, где же мне лед-то найти? А он под дождем, интересно, не тает этот лед? Надо хотя бы пару бутылок воды нам сделать. Так, и еще один. Есть. Лед мы с вами собрали. Вот видите, иногда с первого раза получается полететь, а иногда нет. Наверное, пальцы кривые. Ну, заходим, а то промокли, наверное. В принципе, мы в скафандре. Так что ничего страшного. Так, водичку. Я хотел сделать водичку, да? Давайте сделаем водичку. Что нам тут доступно? Ну, мы тут все сделали, что нам было доступно, да? Сапоги ловкости у нас есть. Эти микрочипы я пока не делал. Суперсплав, скорость добычи. Хотя можно будет и сделать. Но у меня кремния нету. Остальное вроде как все есть. Но тоже пока что всего этого мало. Тут, ребята, я так вот комнатку поставил. Тут я ее просто заполнил вот этими нашими теплогенераторами. Или как они там правильно называются. Эту нашу комнатку отделил стеклами, чтобы она у нас отдельная была. И вот тут я, ребята, поставил большой стол. Вот этот наш по крафту. И тут у меня ириди, алюминий и сплавы. Пока вот три ящика стоят. Может, потом еще будем добавлять. Так, давайте водичку выпьем. Да и можно что-нибудь слопать. А, давайте изучим микрочип. Может, он что-нибудь даст нам все-таки. Вот не нравятся мне эти столбы, какие-то купола. Почему нельзя сделать? Ну, соединился купол, да? И раз, столбов в нем нету. По углам только стоят, и все. Ходишь вечно в них, врезаешься. Так, расшифровать чертеж. Получен новый чертеж. Большой жилой отсек. Ну-ка, давайте на него посмотрим. Железо, 3 титана, 2 суперсплава. Блин, везде суперсплав нужен. Надо будет посмотреть. Это получается, это у нас один жилой отсек, а тут их 4. И если их поставить, то может в них перегородок. И тогда можно будет тут кое-что попеределать. Как вариант, например, ну вот эту вот точно, вот эти 4 комнаты разобрать и поставить, да? Чтоб не было поменьше этих столбов всяких. Мы эти стенки можем, если что, вот стеклами отгораживать. Так, ладно, хорошо. Чтобы нам что-то продолжать делать, мне нужно поставить еще один ядерный реактор, потому что у нас нету с вами энергии. Энергии у нас мало. Давайте поэтому сейчас мы возьмем. Так, там надо было 3 сплава. Потом иридиевый стержень. Вернее, урановый. Я один закрафтил. Больше урана у меня нету. Не знаю, где его брать. Так, и что там нам надо еще? На наш генератор. А, ну и все, и 2 бутылочки воды у нас есть. Тут также я сделал дверь, чтобы можно было выходить. И мы сейчас это поставим.
С той стороны вот эту дверь я поставил. Я думаю, вот этот, как он правильно называется, экстрактор руды поставлю где-нибудь тоже тут. Как говорится, на заднем дворе. И чтоб там можно было к нему подошел, быстренько набрал ресурсов, что там, зашел и там по ящикам потом разложил. Так, ставим еще. Мы ядерный реактор. Так, наверное, вот тут рядышком где-нибудь поставим. Угу. Да, вот так вот. Вот так вот. Так, есть. И теперь, что мы можем еще построить? Энергия у нас появилась. Можно поставить пусковую платформу. Но я думаю, ребят, давайте сначала попробуем поставить биокупол. Нужен 2 титана, 2 кобальта, алюминий и 3 чего-то там. Чего? И 3 суперсплава. Еще 7 лирмы. Так. Вот не люблю вот эти столбы. Наверное, тут вот эти комнаты немножко попеределу, пока я их еще не заставил. Поразбираю. И вот эти вот большую комнату жилого отсека поставлю. Так, там надо нам алюминий. Алюминий. Потом нужен 3 суперсплава. Суперсплава мало у нас становится. Ну, не знаю, там если что, сбегаем туда еще. Подобываем. Так. Где я там смотрел? Это есть 2 кобальта, 2 титана и 7 лирмы. 7 лирмы. Так, тут я не пройду. Надо будет это поразбирать. 7 лирмы у меня должно быть вот тут. Да. По базе не получается быстро ходить, вечно куда-то врезаюсь. Берем 7 лирмы. И нам нужно 2 титана и 2 кобальта. Так, вот у нас титанчик. Как раз 2 есть, не надо за ним бегать. Ящики, видите, еще пустые. В железе там тоже вообще ничего нету. И 2 кобальта. И давайте выйдем на улицу и посмотрим, куда это мы все сможем с вами приспособить. Как оно вообще у нас выглядит. Так, ну что, биокупол. Ох, какой он здоровый. Какой же он большой. А мы его наверх можем поставить, да? А может мы его тут где-нибудь сбоку подставим. Так, например. Например, вот так вот, да? Вот как вариант, вот так вот. Мы его вот тут поставим. Ну, потом я платформочки эти снизу понаставлю, да? А ну, давайте смотрим, если что, мы его разберем. Мне кажется... Кажется, ребята, это просто идеально. Да, оно в одну линию. А, тут мы можем еще что-то построить. Ту же лестницу, например, чтобы улицы в нее заходить. А тут мы можем что-нибудь пристроить еще. Интересно. Ну, в принципе, не хотелось бы. Но как вариант, можно, если что, еще одну вот с этой стороны поставить нам будет, да? У нас будет 2. Да, давайте зайдем, посмотрим. Что это у нас за биокупол и с чем его едят? Такс. И он у нас... Вот, ребята, вот. У нас вот такой вот биокупол. Тут у нас какие-то растения растут. Так, они нам дают что-нибудь? Мы сюда можем что-нибудь вставить? Нет? Ничего не можем. Ну, мы можем тут что-то выращивать, наверное. Также ставить, сажать. Тут экранчик у нас. Давайте посмотрим.
Так, а у нас тут биомасса, растения, насекомые. Ребята, чё тут только нету. И нам это все надо. Так. А, можно вот так даже переключаться. Чертежи. А назад не переключается, да? Назад не переключается. И где нам брать эту биомассу? Из чего она добывается? Чтоб вот это все пооткрывать нам. Растения. Семена дерева цернее. Еда высокого качества восстанавливает много здоровья. Обалдеть, насекомые тут какие-то. Тут очень тоже много крафта, ребята. Очень много крафта. Просто обалдеть сколько. Так, только надо разобраться, где брать нам вот эту биомассу. Из чего она добывается. Я попробую разобраться, конечно. Но, если что, черканите в комментариях, где брать эту нам биомассу. Так, что еще? Что еще? Что еще мы можем с вами построить? Это мы построили пусковую платформу. Пусковую платформу мы тоже сможем построить, только мне надо сбегать, набрать титан и железо найти. И она у нас потребляет 55 энергии. Давайте глянем, сколько у меня энергии. Кстати, мне надо еще взять водички. Одну возьму. Еда есть. Ну, кислородный баллон, если что, сделаю потом, попозже. Так, кобальт надо искать. Давайте посмотрим, что у меня по энергии. По энергии мне доступно 77,5. Да? А это у нас сколько? 55. Там у меня 22 останется. А вот уранового стержня у меня больше нету. Ну, я думаю, мы, может, сходим куда-нибудь в экспедицию, что-нибудь поисследуем. Так, в общем, погнал я за титаном, железом. И будем строить с вами пусковую эту нашу ракету. В общем, ребята, сходил я в пещерку нашу с иридием. Понабрал там металла немножко, других ресурсов, потому что других у нас получается, вернее, металла тут поблизости нигде нету. Так, давайте смотреть, что мне надо вот на эту пусковую платформу. Надо еще 3 суперсплава, да? Что у меня там в рюкзаке? Можно тут кое-что повыкладывать, да? Да. Давайте пойдем. Выложим это все. Так. Со льда я сделаю сразу бутылочку воды еще. Пока у нас она есть. Потом выкладываем магний. Так. Давайте упорядочим. Тут все. Магний мы сюда скидываем. На кремнии у меня железа нету. А, у меня есть железо, чтобы сделать нам еще один шкафчик. Сейчас мы это сделаем. Ну, давай, ставься. Давай, 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 давай. Вот так вот. Вот так. Давайте его сразу подпишем. Это у нас будет кремний. Есть. Открываем. Скидываем сюда также кремний. Пусть потихоньку тоже у нас будет. Так. Ну и ириди, алюминий мы сейчас отнесем, где у нас суперсплав лежит. То помещение. И скинем там в ящик. Да, вот этот надо будет еще разобрать. Так. Скидываем алюминий. Я там немножко подобрал. Иридия немножко подобрал. Нам бы урана где-нибудь найти. Было бы хорошо. Так, берем 3 сплава. Есть. И давайте смотреть, куда мы сможем поставить нашу пусковую установку. И большая ли она у нас вообще? Аж на улице где-то у нас ставится. Так, давайте смотрим.
где у нас пусковая установка. Вот она, пусковая платформа. Энергии у нас на нее хватает. Обалдеть, какая она здоровая. И где же ее ставить? Как вариант, может где-нибудь вот тут ее, подальше. Где-нибудь. Так. Развернуть я ее могу. Как-нибудь, например, вот так вот, да? Не, лесенкой сюда хотел поставить. О, вот так вот она у нас поставится, ребята. Вот тут вот. Я думаю, там идеально будет она стоять. Давайте ставим ее. И вот такая вот у нас получилась пусковая платформа. Когда мы можем запускать, я так понял, ракеты, да? Так. Давайте поднимемся наверх. Оп. И мы наверху. И давайте посмотрим, что нам тут дает чертеж. Так. Ребята, мы можем запустить с вами две ракеты. Две ракеты. Сплав у нас есть. Ракетный двигатель. Наверное, можем сделать. Кобальт. На фарме. Тут кремний. Два сплава, также ракетный двигатель. Это что у нас за ракета? Ракета для притяжения астероидов. Приманивает урановые астероиды. Дает глобальный бонус генерации тепла. Угу. А это приманивает иридиевые астероиды, дает глобальный бонус генерации давления. Защищая магнитное поле. Коэффициент давления 1000%. Коэффициент тепла 1000%. Но тут урановый, а мне как раз уран и нужен. Приманивает урановые астероиды. Это получается что? Если мы ее запустим, то прилетит ракета и будет у нас... много урана. Это ж просто замечательно. Давайте, ребята, наверное, сделаем ее. Так, я сейчас еще раз посмотрю, что на нее надо. И запустим с вами ракету. Так, 3 кобальта, 2 сплава и ракетный двигатель. 3 кобальта, 2 сплава. Ну, кобальт мы сейчас с вами найдем. Кобальт мы с вами найдем. Сплав у нас там еще имеется. И мы с вами запустим нашу первую ракету. Космос. Тем самым мы с вами призовем астероидный этот дождь. Урановый. И наберем с вами урана. Потому что мне надо построить еще там этих генераторов. Для энергии. В общем, чтобы была у нас энергия. Вот. Думал, для чего же мне они нужны. Так, давайте посмотрим, что мне надо... на вот этот ракетный двигатель. 2 урана, стержень, суперсплав. Это все у меня есть. 2 урана как раз у нас есть. Вот они пойдут в дело, чтобы мы набрали больше урана. Передвиги стержень и сплав. И сплава у меня осталось чуть-чуть. Надо пойти какие-нибудь новые биомы поисследовать. Так. Все хватает? Хватает. Есть. Ракетный двигатель мы собрали. Там получается у нас 3 кобальта. И там, кажется, 2 или 3 сплава надо, да? Давайте. 2. Да, 3 возьмем на всякий случай. Не помню, 2 или 3 надо было. Так, водичку. Сейчас мы выпьем водичку. Все, выпили мы водичку. Надо построить нам этот. Еще. Как он там называется? Штука вот эта вот. О, вот это вот. Коллектор атмосферной воды.
раз нам энергии на нее еще хватит. Так. Оп-оп. Ой, мимо пролетели. В общем, пролетело и мимо. Хотел как-то красиво туда. К нашей ракете. И забраться на нее. И пролетел мимо. Надо будет потренироваться. Оп, мы тут, а? Мы тут. Создать вот эту вот. Урановый астероид, да. Ребята, вот такая вот у нас тут ракета получилась. Обалдеть. Так, я хочу на это посмотреть с высоты. Вернее, снизу. Вот какая у нас ракета. И сейчас мы ее запустим, ребята, в космос. Да что ты у меня не хочешь летать никак? О, другое дело. Пока вечно я промахиваюсь. Так, где у нас кнопка? Обратный счет. 3, 2, 1, старт. Ну и что, мы не летим? А, не, все, полетело, полетело. Все, полетела наша ракета. Ну это хорошо, это хорошо. Ну Иридий у нас есть где. А вот уран я до сих пор не знаю, где брать. И это что у нас? Начинается астероидный этот. Дождь с астероидов, да? Да, летят, ребята, астероиды. Они вот такие вот зелененькие. Баба! Где оно там падает? Надо срочно идти собирать уран. Срочно собирать уран, пока он тут у нас есть. Обалдеть. Только тут все в камнях, конечно. Но вот он наш драгоценный уранчик. Вот он наш драгоценный уранчик. Куда ты? Куда покатился? Так, не вижу. Слишком яркий, слишком светло. Не, ну так, конечно, так хорошо. Где у нас еще уран? В общем, надо его пособирать. Он, интересно, пропадает? Или он вот нападал и все? И как бы так и остался. Бах, так, где-то возле нашей базы упало. В общем, здорово, здорово, ребята, здорово. А то я думаю, где ж мне уран брать? А тут, оказывается, все просто. Бахнул ракету. Она улетела, вызвала астероидный дождь, этот урановый. И набрал его. Куда ты покатился? Так, есть. Там еще под камнем. Не достать, не достать. Ну вот эти, я так понимаю, камни вроде как пропадают, потому что когда обычно идет этот астероидный дождь с обычными ресурсами, эти камни потом пропадают. Да?
Там что-то светится еще. Тут в камне. Ага, вот еще нашел. Так, ну надо, короче, ребята, полутать, пропылесосить весь уран. Итак, насобирало там немного нашего урана, сколько смог. Там камни не пропадают, оно под камнями достать невозможно. Может, камни пропадут? Так, 4, 8, 9 надо, да? Я хочу создать еще один иридиевый стержень. Так, есть. И надо поставить еще один нам ядерный реактор. Чтоб у нас... Так, надо еще 3 сплава. Получен новый чертеж, подпись. Ага. Но это мне пока... А у меня всего 2 сплава. Надо сплав нам еще крафтить, да? Но я думаю, мы тогда построим с вами... Так, тут нужен осмий. Суперсплав. А тут сплав не нужен. Давайте тогда построим сейчас коллектор атмосферной воды. И вот этот разбрасыватель травы. Посмотрим, что это за штука. И куда-нибудь сходим с вами, попутешествуем. Так, ну это я потом. А, тут тоже нужен суперсплавы. Да, надо будет их где-то брать. Ракета, конечно, это прекрасно. Это просто здорово. Так, что мне на это надо? Суперсплав есть. Алюминий, кобальт, кремний, магний. Так. Алюминий. Железо у нас имеется. Алюминий. Магний, кремний. Кстати, кремний, что ты тут делаешь? А, это, наверное, его положить некуда было, да? Давайте его сюда скинем. Еще раз смотрим, что нам там надо. А, и кобальт. И нужен кобальт. Да? Да. Нужен нам кобальт. А, кобальт... У меня вот тут должен быть. Да, еще один кусочек есть. Да, надо ставить этот экстрактор добычи руды. А может, хоть ресурсы будут добываться рядышком. Не надо бегать будет их искать постоянно по всей планете. Так, водичку. А куда я ее хочу поставить? Надо же где-то рядышком, да? Где-то рядышком. Где нам ее поставить? Ну, прям рядом возле базы не хочу. Давайте ее как вариант. Как вариант. Где-нибудь, наверное, вот тут на берегу поставим. Да, вот так вот. Шлеп. Есть. Вон там еще уран. Видите, камни не пропадают, ребята. Они вот этот наш уран в камнях. И попробую его достать оттуда. Тут еще. Оп. Еще уранчик. Уранчик — это хорошо. Так, да водичку мы сейчас выпьем. Что ты беспокоишься? Есть. Так, и смотрим, что тут у нас. Наша этой штукой. Как она тут воду добывает. Открыть коллектор. Ага, она добывает водичку. И тут, наверное, она заполняется. Отлично. Так, нам надо еще что-нибудь слопать. Возвращаемся на базу. Где там наши растения? А не забывать про них.
Так, еда, кабачок. Ну и пусть по новой растут. Кабачок и гриб. Семена, грибочек мы сюда. Кабачок мы съедим. А, фасоль съели. Ну ладно, кабачок пусть будет с собой. Хотя его надо в еду положить. Где у меня ящик? Вот он. Да, сюда его перекинем. Отлично. Это мы поставили, ребята. Поставили. Теперь, что мне вот сюда надо? А, надо три сплава. У меня нету сплава. Нету сплава. А это много у нас потребляет энергии? 13,8 потребляет разбрасыватель травы. Я не знаю, сколько у меня супер сплава. Его можно, конечно, накрафтить. Ну, как бы и не хотелось. Этот супер сплав можно просто походить по биому поискать. Нет, нам не хватит энергии. Тогда что? Тогда что? Я тогда пока вот это все выкину по ящикам. Так, сплавы. Ага, сплавов нету. Мне надо скинуть вот это вот. Железо титан я оставлю. Железо титан оставлю. На всякий случай нужен мне кислородный баллон. Это надо нам кобальта взять две штуки. Сейчас мы его надыбаем. Есть. Чтобы создать кислородный баллон. Также мне нужен будет кремний. Ну, чтобы сделать нам перевалочную базу эту. И мне надо будет еще одно железо и один титан. Тут где-то я это все видел. О, еще оранчик там появился. Там. А где железо? Надо кусочек железа. Ну, может, мы его там по дороге найдем. Сейчас я только этот уберу уран. Уран. Есть. Забираем. Такими ресурсами разбрасываться нельзя. Готово. У нас где-то вон там еще падали осколки. Где-то падали осколки вон там еще. Я пытался подойти к нему. О, железо нашел. Ну, там было завалено все камнями. Я, в общем, крутился, ни к чему подобраться не мог. А сейчас вон у нас появилось. Опять дождик у нас пошел. О, и сундучок какой-то тут. Сейчас мы его проверим. Что за сундук? Так, уранчик мы забираем. Уран нам нужен. Так, а как бы до этого добраться? Ну... Блин, вот никак. Так вот, я крутился, а подобраться к нему не могу. Может, с этой стороны? Да, о, и камень пропал. Так, вот еще. Уранчик. О, да тут его много получается. Пылесосим все. Все пылесосим. Пусть лучше он у меня будет и лежит.
Так, возвращаемся к нам на базу. И сейчас пойдем, ребята, мы поисследуем какой-нибудь новый биомчик. Например, вот туда, вот на те горы. Они рядышком. Может, там что-нибудь найдем, может, там будет осмий. А он есть уран, но я его достать не могу. Так. Надо скинуть опять нам все. Так, уран мы скидываем. Это скидываем, скидываем. Нет, металл не надо. Так, это все скинули. 3 железа, 2 титана, кремния. Это есть. Кобальт, это мне делать кислородный баллон. Водичку надо будет. Ну там может уже в этом, у нас в экстракторе вода готова. Сейчас проверим. Сейчас я только... в своей квартире тут разберусь. А, кислородный баллон я хотел сделать. Да. Все, есть. Сейчас возьмем водички. И пойдем по путешествию. Правда там дождь, ночь начинается... Ну, думаю, ничего страшного. Какие тучи черные прям. Вот такая вот, ребята, у нас идет погода. Процесс терформирования. О, две водички как раз. Заберем, пусть дальше крафтится. Как раз они пригодятся. Еда. Еда есть. Ну все, пойдемте вот на тот биомчик я хочу сходить. Все-таки. Булганы до сих пор лежат у нас возле нашей базы. Вот этот алюминиевый, который был, или какой он там. Вот туда я хочу сходить. О, уран еще лежит. Получен новый чертеж, цветочный горшок. Это хорошо. Сундучок еще. А мы там внизу забыли. Сундук, да, посмотреть с вами. Ладно, потом как-нибудь туда вернемся и посмотрим, что там за сундук. Так, этот сундук проверяем, что тут у нас. Так, еда, алюминий забираем. Ну это вроде как бы пока что не нужно, пусть лежит. Потом, если что, я его разберу. Так. Давайте походим тут. Посмотрим что-нибудь. Есть тут что-нибудь? У нас... Так. Ребята, золотой сундук. Еще один нашел золотой сундук. Открываем по-любому. Так, это я забираю. Золотая статуэтка забираю. Стержень забираю, забираю, забираю. Короче, все забираю. Все забираю. И разбираю. Отлично. Тут что-нибудь есть у нас еще? В наших горах. Под камнями. Тут вроде, насколько я знаю, надо везде заглядывать. Чуть ли не под каждый камушек, потому что везде где-нибудь типа вот такого может быть сундучка лежать. Ну, вроде как нету ничего. Тогда, ребята, сейчас я выгружусь и продолжим с вами. Все, я повыкидывал, ребята. Тут как раз у нас день, все светло. Вот наш новый биомчик. Давайте поизучаем его, походим. Может, мы тут осми какой-нибудь найдем. Или что-нибудь, не знаю. Может, какие-нибудь сундучки еще понаходим. Так, водички надо будет выпить, да? Не забыть. Ну, вроде пока что я ничего такого не вижу. Ага, вот есть сундучок. Что тут у нас? Ну, тут такое. Пока что ничего хорошего нету.
Давайте. Большой он у нас этот биомчик-то. Так, это что у нас? Алюминий. Может, это тут такая штука типа этого нашего алюминия. Ну, знаете, биом, где алюминий можно добывать, да? Вот тут вот. Блестит. Да. Да. Так, обломки корабля какого-то. Сейчас мы это все поисследуем. Только я хотел где-то поставить для начала нашу капсулу. Нашу капсулу. Да вижу я, что воды надо выпить. Так, ну давайте поставим капсулу. Я не знаю. Да где-нибудь вот тут поставлю ее. Мы ее поставим. И двери есть. А будет потом ящик еще сделать, да? А надо нам 3 металла. Металла нету, только алюминий, кобальт. Так, в общем, ребята, это биом алюминия, я так понял. Давайте смотреть, что тут у нас. За упавший корабль. Да, ручки у него. И вообще мы в него забраться сможем, нет? А входа нету, да? Просто упал. Ни входа, ничего. Ничего разобрать не можем. Нет, ничего не разбирается. Так, надо пополнить кислородика. Ну и пойти поисследовать дальше наш биом. Да, алюминия тут много. Можно будет пособирать алюминий. Теперь я знаю, где можно нам собирать алюминий. Биомчик. Буду сюда бегать. Так. Там что-то еще вдалеке вот вижу. Такой темный он, темный у нас. Да, ну тут алюминия, вон я смотрю, везде полно лежит. Так, это мы, видать, выходим с этого биома, да? И там какой-то начинается другой. Горы. О, ребята, там еще какое-то колесо. Надо будет туда тоже как-нибудь попутешествовать, походить. Мне бы сундучки какие-нибудь найти. Желательно золотые. Было бы хорошо. Да и развалины там можно какие-нибудь. Такс. Что-то я, ребята, увидел. Разработчики, наверное, меня услышали в игрушке и подогнали мне золотой сундучок. Что тут у нас есть? Это мы забираем, это забираем, забираем. Еще одна статуэтка. Куда мне их складировать? Ладно. Короче, все забираю. Все забираю. А это мы разбираем. Отлично. Вот суперсплавы, это хорошо. Суперсплавы хорошо. Так, мне бы металла еще найти, чтобы ящик поставить в нашей бункере, перевалочной базе. Так, это что у нас? Титан. Там не надо, мне надо 3 металла. А металла я что-то тут и не вижу. Ох, как поблескивает все.
Ребят, и правда металла нету. Сколько хожу, металл я найти не могу. Алюминий вижу. У меня есть вообще железо-то? У меня железа нету. Нет у меня железа. А вот есть сундучок, может тут железо есть. Так, вот тут железо есть. Забираю это. Кобальт, если что, выкинем. И просто разберу вот этот ящик. И у меня будет еще одно железо есть. Надо это все пойти выкинуть. И походить еще дальше. Посмотреть. Вода у меня пока что имеется. Что имеется? Там опять у нас этот астероидный дождь какой-то идет. Так. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Так, есть. Давайте сюда все скинем. Так, только я вот это заберу, вот это заберу, это заберу. А это я сейчас просто выкину на улицу. Такие ресурсы у меня рядышком просто полно. Они мне как бы не нужны. Я их могу пособирать рядом. Мне бы такое что-нибудь ценное понаходить. Так, ну за алюминием, я думаю, мы позже сходим. А вот и металл лежит, который мы искали. Давайте смотреть, что там дальше у нас. Летать пока не буду. А вот нам падают эти астероиды. А, ну они обычный металл приносят. Они, наверное, если попадают вот в эту штуку, то получается... Этот алюминий разлетается, да? Но это надо еще туда попасть. Так, мне бы потом не заблудиться. Где я буду находиться? Да? Я уже заблудился. А, нет, во. Надо, наверное, поставить тут все-таки маяк. Рядом с нашей хижиной. Что мне для этого надо? Так. Маяк помогает найти вам свой путь. Титан, кремний, алюминий. Но алюминий у меня там был. А он, кстати, вот он есть. Титан, кремний, алюминий. Вот кремний и титанчик. Надо найти титанчик. Тоже где-то тут был. Вот он, титанчик. И, наверное, надо поставить тут маячок, да? То я ж могу заблудиться. Давайте вот тут его поставим. А что тут можно делать еще? Изменить цвет. Цвет, цвет, цвет. Ну, пусть будет... А, вот такой вот пусть будет. Тут же биом у нас алюминия. Алюминия, вот такой пускай он будет. Дождь опять поливает, как с ведра. Все, надо дальше идти путешествовать. Я хочу еще найти осмий. Но где его искать, я даже не знаю. Пока что мне такой ресурс даже не попадался. А мне там его надо 2 или 3 штуки, да, чтобы этот нам построить... Как он там называется-то? Вот эта штука. Нет, не это. Вот этот экстрактор руды. 2 осмия надо. Так, ну тут мы биом прошли. Тут какой-то начался новый биомчик. Тоже тут у нас что-то имеется. Угу.
Так, ну кислородная капсула у меня есть. На всякий случай давайте, наверное, еще поберу железо. У меня было. Что мне там нужно будет еще? Титан, кремний. Три железа. Два титана, кремний. Есть еще где-нибудь тут железо поблизости? И где-нибудь, если что, тут еще базу поставлю. Так, титан нужен, титан. Вот он, титан. Так, вот тут можем что-то понаходить, да? Давайте исследовать. Давайте, давайте. Что тут у нас имеется? Ага, есть сундучки. Так, микрочип мы забираем. В ящички. Это мы съедаем. Цветочки пока что мне не нужны. Алюминий заберу. Тут что? Есть что-нибудь интересное? Еда. Давайте ее заберу. Кремний. Пусть будет. Интересного ничего такого нету. Пойдем дальше. А, кстати, я сейчас поставлю этот. Чтобы подышать. Чтоб не возвращаться далеко. Давайте я также тут поставлю. Вот с водой только у нас проблемы. У нас проблемы с водой. Но бутылочка еще одна есть. Нам бы водички еще найти. В ящиках. Есть что-нибудь тут еще интересного? Пока что ничего интересного я не вижу. Тут еще какой-то отсек валяется. Я могу туда пройти? А это разобрать могу? А, я могу вот так просто перелететь. Перелететь. Смотрим. О, суперсплав забираю. Водичку забираю. Еды и так полно. Это я забираю. А можно съесть одну еду. И выпить водичку. И можно попутешествовать дальше нам. Так, только надо теперь отсюда выбраться. Как-то надо отсюда выбраться. Ребята, я тут застрял, теперь выйти не могу. Как я сюда вообще забрался? Я даже не знаю. Как мне теперь выйти отсюда? О, все, вышел. Фух. Я думал уже все, погибель моя пришла. Зайти, выйти не смог. Сейчас мы кислорода наберем. И сходим еще. Так. Куда у меня? Кислородная капсула есть, вода есть. Да все есть. Посмотрим что-нибудь еще дальше. Может что-нибудь еще найдем. Тут у нас горы. Ничего нету. Ага, тут пещерка какая-то. Ага, тут у нас иридий.
Иридий. Много иридия. Вот где, ребята, еще иридий есть. Можно будет походить. И тут мы нашли какую-то пещеру. Первое, это что такое? Осмий! Ребята, мы нашли локацию осмия. Это ж просто... Я его пылесосить буду сейчас по полной. По полной, по полной. Вот это да. Что тут у нас? Самородок биопластика какой-то. Осмий. Вот это забираю. Люмини забираю. Это пока пускай тут все валяется. Я, если что, потом сюда приду. Осмий, осмий, осмий. Надо сюда поставить маяк. А это что у нас такое? И сера какая-то есть. Не знаю, для чего она пока нужна, эта сера. Но то, что она есть, это тоже хорошо. Так, что мне надо, чтобы поставить маяк? Мне нужен титан, кремний, алюминий. Алюминий был вот тут, кажется, да? Алюминий. А, тут алюминия нет. А, у меня есть алюминий. Титан и кремний надо найти. Так, а тут еще у нас какой-то лед. Начинает плаваться при 5.00 УК. Да, там мы еще пройти не можем. Тепла у нас мало. Но осмия, ребята, мы уже нашли. Осмия мы уже нашли. Также тут иридий есть. Так, пойду я кремний титан сейчас возьму и поставлю тут маяк. Надеюсь, тут осмий будет появляться постоянно. Такс. Титанчик и кремний нужен. Где наша это? Вон она стоит. А, кислород пополнить. Пополнить кислородик. Все, ребята, теперь мы сможем с вами экстрактор даже поставить. Так, кремний. Кремний. Тут что? А, я думал, ящик тут валяется. Ну, в ящиках синих уже такие ресурсы, в принципе, базовые, которые мне, в принципе, не очень-то и нужны. Так, где там была наша пещера? Я хочу поставить туда маяк. Чтобы знать, где у меня это все находится. Обалдеть. А тут еще должно растаять вот эта вот штука. Как она там называется? Лед вон тот. Да, и мы можем еще дальше пройти. Так, ставим маяк. Вот тут вот. Да, вот тут я его и поставлю. И поменяю его, например, на синий. Вот такой вот. Да? Вот так вот пусть будет. Такой вот синий цвет. Все. Отлично. Вон там на потолке. Осмий. Так, ну я пособираю тогда вот этот ценный ресурс. Сера, все такое. Тут еще осмий. Ну, иридий. Если что, я приду за ним потом. Нету больше у меня тут ничего. Ага, вот еще есть сера. Еще есть сера. Тут у меня сундук почти рюкзак забитый, да? Еще 5 штучек можно чего-нибудь собрать. Ну, оставим его. Мало ли, что-нибудь найдем такое интересное. Да, иридия тут много, это хорошо. Так, смотрим, что у нас тут еще имеется. Может, еще какая-нибудь пещерка будет? Вроде пока что ничего не вижу. Это что такое под ногами? А, кремний.
Куда-то зашли вообще в туман. Тут обычные ресурсы. Может, тут еще какая-то пещера? А, нет, ночь наступила. Где мне фонарик? О, сундучок какой-то. Давайте посмотрим. Где он? Я же его только что видел. А, вот он. Стоял на нем и не видел. Так. Что мне тут нужно? Что мне тут нужно? Это заберу. Водичку можно выпить. Это можно съесть. Это можно использовать. Ну и все, в принципе, как такового ничего не надо. Ребята, скажите, вот зажрался, да? Уже простые ресурсы сундуков не забирают. Подавай ему там золото, бриллианты, алмазы. А, так это мы вышли к своей планете. Вернее, не к планете этой, к своей базе. А, так вот тут короткий путь получается, да? У нас к этому осмию пещере. Все, будем знать. Вот тут будет ближе. А там маяк мы поставили, будем бегать, если что, за алюминием. Такс. Да, вот она наша база. Сейчас мы это все повыгружаем. Кстати, вот у нас еще уранчик валяется. Камни попропадали. А уран остался. Это непорядок. Такие ресурсы просто так лежать не должны. Ну что, мне тогда надо построить, ребята, еще один генератор. Один генератор. Что у меня тут вообще по терраформированию идет? Так, давление. Еле капает. Еле капает. Тепло. Вообще стоит. А тепло, это нам надо ставить эти генераторы, да? Кислород вроде потихонечку падает. Ну, тоже копится. Это как-то у меня он криво тут все стоит. Ну да ладно. В общем, надо заняться будет теплом, давлением. Короче, надо будет это все нам поделать. Поделать. Только я сейчас пойду это все выложу. Сплавы наши разные. Сплавы. Надо, кстати, надо будет туда сбегать. Шкафчик разобрать. Так, а куда мне усми поскидывать? Наверное, где сплавы? Да, пока. Да, усми тоже я поскидываю. Так, нет, это заберем обратно. Давайте серу сюда скинем. А все равно этих ресурсов мало. А это положим сюда. Все. И этот какой-то самородок биопластика. Не знаю, для чего он пока что нужен. Такс. Такс, что я хотел? А, расшифровать чертеж. И хочу все-таки построить этот экстрактор руды. То, что нам доступно, ребята. Так, расшифровать чертеж. Лампа для освещения территории. Понятно, посмотрим потом, что за лампа. И давайте посмотрим. Так, ну мы вроде все построили, кроме вот этого. И вот этого. Во осме это все у меня есть. А на это что мне надо?
2 воды, урановый стержень, 3 суперсплава. Да, суперсплав нужен, да. Надо 4 суперсплава. Надо посмотреть, сколько у меня суперсплава осталось. А у меня 4, как раз. Все. Весь его забираю. 2 осмия. Потом. Туда мне что надо? Урановый стержень и вода. Вода не проблема. Урановый стержень. А на этот мне надо алюминий, титан и иридиевый стержень, да? Так, иридиевый стержень. Один алюминий. Титан сейчас на улице найдем. И надо пойти взять воды. Я хочу научиться летать быстренько. Но никак не получается. Так. Это мы забираем. Идем. Ставим. Генератор еще один. Чтобы у нас была энергия. Да, можем его поставить. Да. Тут мы его рядышком ставим. Где-нибудь. Ну, вот так вот. Есть. Энергию мы поправили. Так, нам нужен титан еще один. Где-то найти. Так, прыгает только. Так, есть титан. И теперь, ребята, поставлю я... А вот тут вот я его, наверное, где-то и поставлю. Вот этот вот экстрактор руды. Хорошо, мы ресурсы понаходили с вами. О, вот такой вот он, да? Ну вот, пусть вот такой у нас стоит. А он, интересно, обычные ресурсы? Да, он, видать, обычные ресурсы добывает. Написано железо. Наверное, для другого что-нибудь там нужно другой нам этот экстрактор, да? Там тира 2. Так, ну вот, ребята. Сегодня мы с вами, в общем, запустили ракету. Открыли новые биомчики. Алюминия, осмия. Попутешествовали. Посоздавали то, что мы можем создать. Осталось нам только... Сейчас я вам покажу. Да, вот сюда мне надо. Кстати, я вот тут эту статуэтку запасал. Это наша капсула. У нас дождь терраформирования закончилась. У нас сейчас идет жидкая вода потихонечку. Скоро будет у нас жидкая вода. И, в общем, ребята, надо нам поднимать давление, тепло, кислород. Вот это вот все. Надо где-то брать будет ресурсы, посмотрю. За кадром, наверное, это все попробую поподнимать. Построить вот эти наши там тепловые эти генераторы. Кислород, может, что-нибудь построю. Кстати, насчет кислорода. Вот эту ж мы можем еще построить. Разбрасыватель травы. Алюминий, магний, 7 лирмы. Алюминий, магний, 7 лирмы. Давайте ее тоже построим. Так, алюминий. Магний мы сейчас возьмем. 7 лирмы. Это вот тут у меня должно быть. И посмотрим, что у нас за разбрасыватель травы. Может, мы уже травку сможем с вами выращивать. Блин, ну надо тогда будет эту
Дерьму тоже где-то все собирать. А, магний еще нужен. Нужен магний. И магний. Все, можем собрать эту штуку. Да, давайте тоже ее сейчас скрафтим. Ну, я не знаю, где-нибудь. Да давайте для ради эксперимента вот тут ее поставим пока что. Разбрасыватель травы. Вот такая вот она. Поливает водичкой у нас. Ну и по идее тут должна расти трава. Туда что-нибудь можно запихнуть? Нет. А, она также вырабатывает кислород, дает. Растения. А, вот это вот, наверное, и есть биомасса, да? У нас 0,19 грамм в секунду. Стадия роста 5%. А ну-ка пойдем проверим. Пойдем проверим. Пошло у нас вот это вот значение. Да, потихонечку идет. 6 грамм. А это чего тут? Насекомые не идут у нас почему-то. В общем, надо будет нам вот эту биомассу тоже вот это вот все разгонять. По растениям заняться. Что-нибудь ставить, сажать и все остальное. Так, давайте это я съем. Вернее, заберу. И заберу, пусть по новой все растет. Так, ну что, ребята, много мы сегодня с вами построили, попутешествовали, посмотрели на нашу ракету, как она летает. Можно будет, теперь знаю, где уран добывать. Нашли два новых биома. Вот эти всякие штучки понаставлю я, наверное, вне записи. Как они там называются? Ну, реакторы всякие, чтобы энергию, тепло подавало нам, кислород, что-нибудь построю. Потому что тут надо будет, я так чувствую, очень много бегать, крафтить ресурсы нам. И тогда в следующей серии мы уже дальше продолжим. Может, пока я это все буду строить, нагонять, что-нибудь откроется новенькое. Может, сходим куда-нибудь на новый биомчик. Кстати, надо будет туда с алюминием гонять. Не помню, что там в ящике оставлял. Нет, там, кажется, суперсплавы. Надо будет это все забрать. В общем, ребята, всем, кому понравилась серия, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. И да, мы с вами создали еще биокупол. В общем, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.